Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу, где мы абсолютно без вложений на просмотре сайтов зарабатываем денежку Surfun. В этом видео хочу проверить этот бокс на вывод. Минимальный вывод здесь 2 рубля. У меня 2 рубля есть, и, естественно, нужно его проверить. Давайте нажмем вывод. Прежде чем выводить, не забудьте в настройках прописать свой Pair кошелек. Кликаем сюда. Прописываем. Вот не знаю, можно с копейком выводить. 2.10. Так напишем. Если нет, тогда поставлю ровную сумму без копеек. Нажимаю вывести. Деньги успешно переведены на ваш кошелек. О, как, походу, есть инстант. Давайте перезагрузим страничку. 204. Да, оплате, друзья, инстантом, как видим. 22 августа. Перевод выполнен. Ну, Pair у нас берет комиссию с учетом комиссии. 204. Все замечательно. Можно работать. Минималка набирается быстро. Также, как я сказала, у нас тут серфинг. Здесь его более чем достаточно. Присутствует у нас здесь бонус. Давайте получим бонус. Я еще не получала. Появилась вкладочка «Получить бонус». Кликаем. И копеечку засчитали. Так, бонус. Рефералы я вам показывала, настройки тоже. Также здесь есть новости, друзья. Читайте. Здесь конкурс рефералов. Окончание 1 сентября. Также можно получить дополнительные денежки. Информация. Статусы пользователя тоже можно это все прочесть. Статистика у нас здесь по статистике. Последние 10 выплат. Как видим, все в режиме реального времени. Вот я только что выводила мой логин, мои денежки. Ну и то по просмотрам, то по выводам. Ну, здесь люди неплохо выводят. По 10 рублей, по 11. То при фаводов и по ревдоходу, как бы. Что у нас здесь еще есть? Ну, правила. Также есть. Это все прочесть. Ну и поддержка, если возникнут вопросы. Также есть мини-чат. Можно, если возникнут вопросы, общаться. Присутствует админ. И задавать вопросы. Кому интересно, присоединяемся. Зарабатываем. Не интересно. Не зарабатываем. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.